Хап! Ной-ной-ной! Хап! Ной-ной-ной-ной-ной-ной-ной-ной! Жень, вернись, пожалуйста, скажи, что мы будем сегодня делать, ну? Понятно. Короче, мы сегодня знаешь, что будем делать? Знаешь, наши все дорогие подписчики и подписчицы писали так. Все в комментариях, что вот вы брали костюмы супергероев, и вы нашли типа Супермена, помнишь, мы с тобой нашли? Ну да, и что? Так вот, они говорят, покажите всех и найдите еще круче супергероя, что есть Супермен. Они говорят, там есть еще круче, реально. Ну, я не знаю, пошли проверять? Да нет, это что, давай не пойдем, я верю, что нет круче Супермена. Нет, есть, короче, если подписчики писали, то они больше шарят, тем более ты вообще в моде не разбираешься. Все, быстрее, let's go. При чем здесь мода вообще? Мода здесь ни при чем, тут силы, суперспособность, понимаешь? Понимаюсь, нет, ну может кто-то есть круче, все, давай, погнали, я ничего не знаю, нам надо всех проверить, всех посмотреть, давай. О, подожди, смотри, сбой в матрице. В смысле, погоди, почему? Ну, в смысле, они одинаковые? Они ра... Ты ну, чё? В смысле, разные, у тебя чё там? Всё понятно. Это близнецы, понимаешь? Ну, близнецы. Ладно. Ладно, но если появится три таких, это уже будет сбой. Тризнецов хорошо. Не бывает. Бывает, тройняшки вообще-то. Ладно, если будет четверо, уже все. Четверняшек? Четверняшки, окей. Ну, пятерняшки, шестерняшки. Уж шестерняшек не бывает. Ну да, наверное. Все, давай, погнали, быстрее. Пулькой, капулькой. Слушай, если ты мне купишь мотик, то я не буду отставать, понимаешь? Давай, покупай мне мотик, и я Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да почему? У нас равноправие, потому что... Короче, слышите? Жень. Чё? Не трогай, отстань, дай вам мотика. Ладно, пошли. Короче, бродяги, принесите мне костюм супер-ге... Роя! Так, нормально. О, панель. I am Batman. А где сам Бэтмен? Бэтмен улетел, все. Бэтмен, зато мы сейчас можем стать Бэтменами. Так, кстати, я, кстати, всегда мечтал стать. Ты сейчас узнаешь, кем я хотел стать. Я хотел стать супергерл. Смотри, я супергерл. О, боже мой. Нормально, я супергерл. Я в жоке. Погоди, я тогда стану, короче, Халком. Халком? Ну ладно, да. Давай, сейчас чисто проверим, короче. Так, кстати, о, смотри, о, нифига ты прям. Ничего себе, я вымахала, слушай, погоди, я большая? Ты очень большая. Смотри, я сейчас рядом с тобой встану, вот ты. Смотри, вот я, вот ты. Погоди, не отходи, погоди. Ого, ничего себе, в два раза больше. Да, и сейчас, короче, давай, вырываемся и будем сейчас пинать суперзлодеев. Вон они. Погоди. А, я Халк не пролезаю. Вау, ничего. Упс. Аккуратненько. Ты чё там? Все нормально с тобой? Нет, я застряла. Вау, супергерл умеет, короче, замораживать лучом ледяным. Не как, короче, Супермен. А смотри, сейчас, короче, покажу. Сейчас зарядится у меня сила. И смотри, оп. Ну-ка, время... Да ты сел? О, да, она умеет и время замедлять. Она, короче, такая же, как Супермен, только, короче, супергерл. Ух ты, ничего себе, ты видал? Это ты их так откинула? Это я их откинула. Ну-ка, откинь их еще раз. У меня сила пока заряжается. Видал? Ну да. Это типа суперудар, наверное, их относит. Ай, где? Ай, сейчас я, короче, время обратно, чтоб пошло. Вон. Ну-ка давай. О! Блин, а погоди, а что случилось? Почему они прыгают? Ну, видимо, прыгают. Сейчас я, короче, ему сзади подлечу. А, ну все, ты его завалила, ничего себе. А, вон еще один. Меня обстреляли. Они очень лютые, конечно. Погоди, сейчас я еще. Вау! Из глаз прям видно. А-а-а! Ты жо меня! Ну, нечаянно, Халк, и прости. Как бы подпалили твою зеленую попу. Халк кричит, как девчонка. Ой, да. Я что так быстро бегаю, смотри. Вау, нифига, как так быстро бегаешь? Я не знаю. Может, ты что-то нажала? Нет. Упс. Вау, ничего там. И, слушай, я сейчас тоже... Подожди, их не гаси, я сейчас возьму красного Халка и вместе их, короче, распинаем. Так, ну-ка, красный меня Халк. Меня тут быстрее загасят, понимаешь? Что, сильно гасят? Ну, вообще, да. Забегай сюда. Сейчас, смотри, я сейчас... I am красный Халк. О, прикольно. Смотри, слушай. Мы, короче, ты зеленый, а я красный. Всё. А чем они отличаются? Не знаю, сейчас проверим. Так,
Бежим, короче. И чё? Воу, чё произошло-то? Это я их оттолкнула. Ну-ка, сейчас смотри. Так. Ба-бам! Я прям подлетел и гаснул их. Не, у меня, по-моему, взрывы, бача. Да? Ну ладно. Да, блин, чего они так гасят? Смотри, сейчас, короче, я бомбочкой сейчас. Оп-оп, сейчас подзарядится. И смотри, сейчас бомбочкой. Да, ну, давай. Да, сейчас. Да, блин. Понятно, понятно. Сейчас. Оп. Да что такое? У меня не работает суперсила, прикинь. Короче, Халк может только ломать и кружить, и все. Халк ломать, Халк кружить. Пошли быстрее обратно, выберем какие-нибудь еще, короче, да, костюмчики. Давай, я снимаю, короче. Так. Капец, мы с тобой реально как ежи. Так, погоди. А я один сундук, что ли, того? Или нет? Не-не-не, все нормально. Так, тогда возьму, допустим, а кто это такой вот этот? Ультрон какой-то. Где? Погоди. Вот здесь я сейчас взял. Беленький, что ли? Да, ничего себе. Вау, смотри, какой он здоровенный тоже. О, боже, ты видел свое лицо? Да, он очень страшный. Ну-ка, сейчас посмотрю, что он умеет. Ну-ка, сейчас вот сюда выбегу. Я Тор. Ты Тор? О, да. это круто. Вау, смотри, он летает огнем. Ого, ничего себе. Смотри, он так медленно спускается, и он такой крутой. Ну-ка, может, он и способности у него крутые? Ну-ка. Так, это нет. Слушай, у Тора вообще никаких способностей. А, у меня есть молоток. Погоди. Так, окей. Я взяла молоток. Вау, я могу его просто швырять, типа как бумеранг. Вау. И он возвращается, смотри. О, ага, нифига. Да? Ну-ка, давай, ну-ка, пульни. Ай, нифига больно, слушай. О, ничего себе отнесло. Он очень сильно отнял. Ну-ка, давай, бомбани в него. Ой, я еще и бегаю быстро. Ну-ка. Я могу целиться. Бам ему просто. Он сейчас обратно прилетит. Это, короче, бумеранг чисто, смотри. Да, слушай, прикольно. А этот, короче, Ультрон вообще фигня. О, снесла его, слушай. Да, за 3 удара. Да, ну-ка, сейчас посмотрим. А что еще есть? Вот это был, короче, Ультрон. Так. Так, ну-ка. Но он вообще, кстати, бесполезный, он ничего не умеет делать почему-то. Только летать, что ли, умеет? Летать и все, да. Так, ну-ка. Так, ладно, снимаю. О, что-то кто это такой интересный? Смотри, Вижн. Ну-ка, сейчас я возьму. Кто такой Вижн? Что он умеет? Ну-ка. О, ты подрос чуть-чуть. Да, чуть-чуть подрос. Ну-ка, что он... О, так, он умеет быстро бегать. Окей. Так, погодь, сейчас я тоже что-нибудь надену. Так, он умеет стрелять зрением тоже. Ты все, что ли? Кто это такой вот? Все, прикинь, он больше ничего не умеет. Он только стрелять зрением умеет. А тут тоже еще какой-то Вижн. И он розовый. Да, день, ну-ка. Сейчас. Ой, это не то? Так, вот он. Так, сейчас я тогда посмотрю. О, тут куда есть какой-то нич, что-то там. Ночной, короче, рыцарь или что-то такое. Опа. Ух ты, ничего себе. Ух ты. Ты видал я? Что такое? Лазерное зрение у меня. Ну да, как у Супермена. Ну-ка, что этот умеет ночной? Вау, ночной, короче, умеет этими кидаться, штучками. Это как Бэтмен. Как у Бэтмена, слушай. Только у Бэтмена летучие мыши же. О, еще. А, ты что творишь? Я ничего не вижу. Ого, он ослепляющую, короче, штуку умеет кидать. Оп. Я не вижу ничего. Включите свет. Круто. Да, вообще круто. Блин, погоди. О, деревья горят. Мы пожар устроили, смотри. Оп. Оп. Ну-ка, сильно, нет? Я тут сейчас все подожгу. Где? А, вот ты где. Ты что делаешь? Я? Да я проверяю что-то. О, смотри, как на тебя. Ай, да блин! Что, сильно, да? Да, смотри, летать умею еще. А этот не умеет летать. Так, ну-ка, пошли. Блин. Сейчас я постою, за сколько можно ударов вот этого зафигарить. Ну-ка. Слушай, я время замедлила или что? Не знаю. А что, у тебя время замедлилось? Ну, я очень медленно как-то бегаю. Ай, ты что, ой, пардоньте. Так, ладно, это... не могу, надо снять этот костюм, он очень странный. Да, это, короче, бэтменский костюм, он тоже, ну так, стрёмный, короче. Тихо, ой, блин, сюда этот идет. Кто? Бей его, если что. Я без костюма, все, я в костюме. Ой, я успел прям. Ой, на это тебе. Со мной что-то не то, короче. Ха. Жень, меня, короче, колбасит, не знаю. Ну все. Что мне делать, Женя? Не знаю, все, будешь так ходить. Дадим, а, конечно. Я тебя замедлил. Ну-ка, открой Е, у тебя там есть эффекты замедляющие? Во, все, теперь, кстати, нормально. Ну все, это я тебя, по ходу дела, замедлил. Так,
Ну ты вообще. Так, давай посмотрим, что тут еще есть. Давай-ка, допустим, тут Флэш есть, Бэтмены всякие. Супермен какой-то темный, ну-ка. Темный Супермен. Ну-ка, давай. Смотри. А я тут ночного какого-то чувака нашла. Погоди. Давай. Спасибо. Ну-ка, сейчас проверю. О, ничего, он бегает. Слушай, ну-ка, а что он умеет делать? Так. Так же сжечь, замораживать. Взрывать он умеет. Ничего не дает. Короче, прикинь, темный Бэтмен умеет, короче, еще и взрывать. Слышишь? А он разве раньше не умел взрывать? По-моему, нет. Ну, короче, темный ладно. Бэтмен умеет то же самое, что обычный Бэтмен. Так, Флэш мы смотрели. Супергерл, ты на себя как-то напялить сумел. О, подожди, тут есть, короче, еще это. Где-то я видел где-то. Тут супердевушка, или как она там называется. Так, а я кто? А ты никто. Ой, кто это? Так, у меня тут есть прыжок какой-то мега. Что-то не прыгается. Что-то не прыгает. Ух ты, смотри, это что такое? Что такое? Где? Какой-то пердунский этот дымок, смотри. А, ничего себе, не знаю. На, короче, пример темного Бэтмена. Ой, этого Супермена, а я возьму. И все, это все, что могу. Господи. А я возьму Тора. А почему он без маски? Ну, у Супермена нет, как бы. О, ничего себе, у него скорость просто, ты смотри. Ну да, он жесткий. Бешеная просто. Ну-ка, а на какую кнопку бам-бам делать? Ух так, ты, окей. Смотри! Что ты сделал? Смотри, я прям машу топором и... Прикольно. Погоди, а как ты бам-бам сделал? Не знаю. Я могу разморозить и заморозить просто в одну секунду. Разморозить? Кстати... О, это я время затормозила, короче. Да, да, наверное, не знаю. Да, у меня время очень медленно двигается. Ты вообще очень медленно двигаешься. Как мне теперь его восстановить? Так же, на эту... Оп-оп-оп-оп-оп. Я не поняла, на какую кнопку я нажала. Я сейчас буду этих разносить. Пам-пам-пам-пам-пам. Вау, ничего, он тут просто топориками их наворачивает. Капец, у меня все в замедлении. Я не знаю, как это включить. Ну, так же, на которую ты включила, так же и выключай. Я не знаю, на какую я включила. Ну, значит, узнай. Я просто костюм тогда... Я не думаю, что это поможет. Блин. Так, Тор тушит огонь. Так, все, оп-оп-оп-оп, все потушили. Ну, что ты там разобралась? Ай. Да, выключила. Все, отлично, давай, погнали следующий. Ну, Тор, кстати, такой, знаешь, прикольный. Но пока что... А, слушай, давай это проверим. Кто быстрее, темный Супермен, либо светлый? Ну, давай. Сейчас мне я кажется, одену. Темный. Я тогда темного надеваю. Да, ты одевай темного, а я тогда светлого. Кстати, тут, слушай, два Супермена, я сейчас посмотрю... разных суперменов. Так, сначала так, давай, я вот это. Я уже готова. А готова? Так, так на финишную прямую, короче, идем. Давай вот сюда, так, где, блин. Во, вот сюда. Давай вот сюда встанем, вот сюда. Сейчас, погодь, прибегу. Готова? Так. Так, давай. Два, раз. На старт. Два, три. Ой, ты... Давай, я тебя вообще догнала. Давай, ну-ка. Беги, беги вперед, беги просто вперед. Ее, я тебя обогнала. Ну слушай, они, по-моему, одинаково бегут. Нет, смотри, беги вперед, я тебя обгоню. Не-не, давай, ты меня не сможешь обогнать. Ты не смогла обогнать, потому что меня замедлили. Видишь, ты не можешь догнать. А, ну да, кстати, да, мы одинаково бежим. Бум! Эй! Ну-ка, сильно бьет. Ну-ка, догоняй. А ударь меня. А, не, я медленно бегу. Ну что, жизнь-ка отнимается? У меня где-то по полтора сердечка, у тебя тоже? У меня 2,5. Значит, это Супермен сильнее. Блин. Ну-ка, подожди, а есть еще другой? Давай другого проверим. Так, ну-ка, давай. Сейчас я от этого снимаю. Так, и одеваю Супермен Бэтмен. Ой, я что, не туда бегу? Погоди. Ты где? А, вон ты где? Ну-ка. Бам! Это другой уже? Да, это ой, другой. Ой, ты меня заморозил, блин. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Слушай, мы с одного удара просто блоки сносим. Смотри. Ну, это же Супермен. Ну, слушай, по-моему, слушай, реально круче костюма, чем Супермен. Нет, ну, пошли еще посмотрим. Пошли, погнали быстрее туда. Ну, у него просто очень много умений, поэтому он крутой. Ну, да. Типик. Слушай, еда у него вообще молниеносно заканчивается. Ой, капец. Сейчас. Оп, смотри их как всех.
Да, ты меня тоже как бы заморозил. Я, короче, их всех поджигаю. Давай, ты их отвлекай, я давай, поджигаю. Давай, давай, о, давай. Смотри. Оп-оп-оп-оп. Вообще, оп, слушай. Оп, я их всех подболила. Слушай, просто. Супермен это реально вообще, вообще классный. Ну да. Так, ну так, погоди. Сейчас меня восстановится и... Давай. А, да меня ты за что опять? Ну что ж ты делать будешь? Нормально все, нормально. Все, давай, побежали быстрее обратно. Сейчас проверим еще ж... Может быть, все-таки там есть еще другие какие-то супергерои крутые. А где ты? Я уже там. Потеряла тебя. Все, нашла магазин. Тут есть какой-то Бэтмен. О, слушай, давай в Бэтмен и Робин. Так, погоди, все-таки я нет, здесь был сундук, ты его крякнула. Блин, прости, сундучок. Как он мог быть в стенке? Тут же стенка, смотри, нет, видишь? Нет, он здесь вот был прям. Да, блин, жалко. Там, короче, так. Был Бэтмен и Робин. Мы бы сейчас дали Бэтмен. Слушай, давай его сейчас восстановлю, чтобы было все по чесноку. Давай. Так, ну чё, короче, давай берем. Вот, я возьму Дарксида, а ты, я не знаю, кого возьми. Джокера возьму, по-любому. О, смотри, Дарксид. Смотри, какая красотка. Не идет? Идет, красотка. О, слушай, он быстрый. Так, окей, Джокер. По-моему, Дарксид, если я не ошибаюсь, он даже... временно один раз Супермена почти победил. Погоди, у меня есть пушка, смотри. А я не могу из нее стрелять. Так, как он умеет стрелять? Поджигать. Не знаю. Умеет так, подпрыгивать. Окей. Вау, смотри! Смотри. Это типа... Это что, щит? Щит, да, смотри. А, я не могу пройти. Ну-ка, еще раз сделай. Ща, ух ты, смотри. О, божечки. Я стал гигантом. Капец, бам, ты в три бам, раза бам. Больше. А, да ты шо, ты что, мне сильно, так жизнь да? снизёшь всю. Смотри, вообще я маленький. Сильно. Ну-ка, еще что он умеет? Давай, пройди. Бать, давай еще раз. Ща. Ну-ка, если прям здесь оттолкнёт. О, ты отталкиваешь. Ай, да, он меня оттолкнёт сильным причём, кстати. Смотри, его вообще не прошибает. Ну-ка, популяйся в меня. Ему вообще пофигу. Слушай, а ты слышал? Я смеюсь, короче. Нет, я не слышал. Слушай. А я не слышал. Видимо, только ты слышишь. Я как Джокер ржу, короче. Я гигант. Так, окей, погоди. Вау, ничего, он быстро бегает. Короче, слушай, надо его проверить с каким-то крутым... Ладно, я его пока оставлю. Потом мы его с Суперменом проверим, насколько он силен. Справится он с Суперменом или нет? Так. Слушай, давай сразу проверим, чтобы не забыть. С кем, Суперменом? Да, 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 сейчас тебе скину Супермена. На, вот раз. Какие там, ну-ка, кинь обратно, я посмотрю, какую тебе скинул. У меня просто два комплекта брони. Ты мне кинул... Ладно, как... смотри. Так, называется... Ага. Так, все. Ну, сейчас, подожди. Так, и вот так, одевай. А если вот эту броню оденешь? Сейчас, короче, проверим, насколько они мощные. Ну-ка, подойди ко мне, сейчас попробую тебя отбросить барьером. Давай. Сильно отнимает? Ну не очень, кстати, вообще ничего не отнял. Ну-ка, бей меня. Слушай, ему вообще пофигу. Давай кто кого, короче, сделает. Давай, ну-ка. Я замедлила время, сейчас тебе кринзда будет, понимаешь? На тебе, перевод ты капец. Оп. Смотри, как пошел. Капец, о, нифига! Ты меня просто замочил. Походу дела, он круче Супермена. Офигеть. То есть получается, Дарксид круче Супермена. Но ты только в игре, понимаешь, здесь. Не, подожди, он и в фильме, в мультике, кто смотрел, Дарксид, по-моему, это отец Супермена, и он его победил. Капец, я в шоке. Просто разнес меня, не знаю, 4 удара, и все, меня разнесло, серьезно вообще. Капец, и он стал большим и просто накидал. Ты что там крадешься? Давай. Да я не, твои. У меня все опять, я не знаю, на как. А ты не надо было замедлять. На тебе вот эту штучку и вот эту штучку одевай. Сейчас тебе да штаны что твои дам. Что ты будешь? Так, штаны, короче, твои. Суперменовские. Ты такой угарный, когда замедленный. Слушай, а на него замедление на самом деле не действует. Я не был в замедлении. Все, ну одевай да, броню, я же тебе скинул, я отключаю. Ты не дал мне штаны. Как я тебе ты дал? Ты не дал только черные штаны от Супермена. Да. Вот, ты так смешно двигаешься. Все, давай. Так, на него, прикинь, не действует замедление времени. Давай, одевай, отключай. Давай сейчас без замедлялки. Да, если бы я знала еще, какая кнопка это делает. А ты выучи. Ты Супермен или кто? Погоди, сейчас все попробую.
Так, это не то. И это не то. Блин! Вот, о, все, вот. Все. На мясо поешь, сейчас еще один батл. Раунд! В смысле еще батл? Ну проверим, да? Может из-за замедления времени из-за этого тебя победил. Ты тоже, ну, меня, давай, ты окей, тоже меня жестко просто... бей кулаками, надо кулаками бить. У тебя, ну, у тебя самые сильные это кулаки. Все, давай. Раз, два, три. Давай, бью, бью, бью тебя. Оп, оп, оп. Нифига ты, ты быстрая. Да, я быстрая. Его, короче... Сейчас я, короче, стану большим, и тебе хана. Давай, давай. Че, я тебя хотя бы жизнь-то отнимаю. Ты вообще ничего не отнимаешь. Оп, оп, оп. А я сильно отнимаю? Нет, ты очень... А, вот сейчас нормально же... Слушай, погоди, надо спуститься. О, так он тоже... А, нет, он не умеет летать. Ты что, а, маленький кулак? Ну что, я отнимаю хоть немного вообще тебе? Вообще ничего, вообще ничего. Серьезно, вообще, вообще прям ничего? Ничего? Просто Супермен не может, по-моему, справиться. Кошмар. Оп, сильно, да? Оп, мимо, мимо. Оп, 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 сейчас, оп, 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 оп. На тебе. Что, сильно, да? Он мне отнимает по 2,5 сердечка, понимаете? На. Да, слушай, ты меня сейчас опять загасишь. Погоди, не гаси. Нет, я, оп, 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 блин, ты меня заморозила. Да, иди отсюда, текаю, короче. Блин, ну-ка, а давай, короче, ты теперь оденешь, я пострю. Может быть, все-таки там как-то все-таки прошибается он? Ну, давай, снимай. Ну, жесткий, да, ты? Так, ты вообще в шоке. А я, короче, одеваю броню Супермена. Так, на Супермена. Тебе это, да это, я уже одел, вот это. У меня же есть. Давай, одевай. А, у тебя есть? Окей, сейчас. Давай, одевайся. Так, так, так. А ты мне кофту не скинул? Скинул. Нет. Да, она у тебя где-то там. Смотри. А, да, вот. Все. Обманывает меня. Давай. Так, окей, погоди, как вырасти? Ну там покликай на что-нибудь. Так, это лазер. Это лазер. Это щит. Это щит. Вау. О, ничего, я тебя откинула. Отбрасывает, ну а еще что, ну-ка давай, вырасти. Слушай, я не могу, я все умение забила, но почему-то у меня не получается. Ну ты, Вася. Ого, он еще телепортируется, что ли? Наверное, слушай, погоди. Сейчас... Ого, да, о, смотри, телепорт. Офигеть, прикольно, а у тебя не было, что ли? Да я не знаю, вроде был, а, я понял. Опа, о, нифига. А, попался? На тебе. Давай, догони меня. Вообще жесть, смотрите. Ну-ка, давай бей меня, а я буду тебя. Погоди, я хочу вырасти. Так, это щит. Ну ты, наверное, не забиндила. Странно, я вроде все. Ну-ка, забила. Вот я сейчас убью, отнимается? Нет, вообще ничего не отнимается. А я тебя бью. А ты не попадаешь. Вот ты сейчас бьешь, слушай, не отнимается. А, он, видимо, когда только вырастет, тогда очень сильный. Да. Ну сейчас, по сейчас. По 2,5 сердечка, короче. Я тебя отнимаю по 2,5? Нет, он отнимает, когда вырастет. А, ну давай проверим все-таки. Так, ладно, короче, ты не можешь разобраться с тобой, понятно? Эй, да блин, в смысле? Я себя глупить. Зато потому... у тебя не было телепорта, может у нас умения просто разные. Не-не, у меня был телепорт, вот дай мне обратно этого Дарксида. Давай, сейчас тебе. Там да. У меня был телепорт, я просто не понял, что это такое. Девайте. Так, итак, значит. Сейчас, так, это лазер. Это, вот, видишь, а, телепорт? А, вот он. Оп. Да, все поняла. Оп. Блин, ну вообще. Ну-ка, стань большим. Сейчас, смотри, оп. Блин, почему у меня такое не сработало? Пиш. Странно. Ну ладно. Бом. Нет, ну что ты сделал? Да я нечаянно. Копеечки. Все, не бей больше. Ладно, все. О, тут все Бэтмобиль есть, давай посмотрим. О, да, давай, Бэтмобиль. Тогда надо Бэтменом, чтобы кто-то стал. Ты... Я буду Бэтменом. Все, давай, оп. Давай. Слушай, Дарксид вообще жесткий. Все, я. Смотри, мне идет бить Бэтмена. Ну да, I'm Batman. Давай, пошли сюда, оденешь Бэтмобиль. Так, ой, да. Ты куда? Ты че копаешься? Да я выбраться хочу. Вот, давай. Мобил. Ой, Бэтмобиль ставь. На, давай, заходи. Так. О, кстати, он не с одного удара ломает. Ну то, что смотри, да, какой сильный. А ты его взял? Нет, ты же берешь. Но... Ну, ща возьму, так. Давай. Ты же гонять хотела. Давай, давай, ставь уже. Да я бегу. Так. А почему Бэтмен не летает? Я не могу взлететь. Ну Бэтмен просто не умеет летать, он же человек, ты чё? На, это только я ты можешь ставить. Я же Бэтмен. Так, окей, я взяла тачку. Ставь ее. Так, на дорогу. Ну, куда? Да просто куда-нибудь ставь, давай, давай. Ну. Оп. Оп, садись. Так. Вау. О, у меня тут музыка играет. Нифига. Ее, я там? Поехала. Так, надо одеть, короче, Супермена, чтобы догнать. Так, погоди. Оп, оп.
Я, короче, застреваю в деревьях. Сейчас бам, тебе в тачку снесу. Сейчас смотри. Сейчас снесу тачку. Так. А не, не сносится. Нифига она прочная. Слушай, а он почему-то не реагирует на мои повороты. Типа как-то... А, мышка управляется, прикинь. Ну да. Прикольно, слушай. Ты что, мне тачку поджигаешь, ну-ка, прекрати. Ну все, короче. Я думаю, на этой ноте надо заканчивать. Ничего тут Бэтмен да. вышел. Эй, Бэтмен. Че? I'm Batman. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребятушки, подписочка, комментик, колокольчик и вопросик дня. И вопросик дня мы продолжаем спрашивать, какой супергерой ваш самый любимый? Может, у вас мнения разделились? Ну и смотрите, мы выяснили то, что вы просили. То есть, оказывается, это Dark Seed жестче Супермена. Но Супермен... Но Супермен быстрее, и поэтому он может убежать от Дарксида. Вот такая вот прикольная штука. То есть он сильный, но не поворотливый, а Супермен, он как бы очень быстрый. Да, кто все-таки круче, ребят? Да, кто круче, пишите в комментариях, Дарксид, либо Супермен, либо какой-то ваш вариант. И всем пока-пока. Покусики-покусики.